Анна Демірполат – сімейний психолог, арт-терапевт. Є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Що, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій студії. Отже, сьогодні будете нам допомагати, тому що у багатьох, я думаю, зараз проблема – це як розпланувати свій час, щоб встигнути все. До того ж, сьогодні, 21 грудня, це день зимового сонцестояння, це найкоротший день і найдовша ніч. Я думаю, оці поняття, що найкоротший день, лякає просто всіх. Отже, давайте розбиратися, як нам все встигнути до нового року. Які поради ви нам дасте сьогодні? Много очень различных коучинговых таких советов, как нужно, да, то есть выписать, спланировать, сделать такие вещи. Но мы, психологи, обращаем на некое наше внутреннее состояние и психологию состояния, как мы себя чувствуем сегодня. И если говорить про то, что суматоха, спешка, много дел, ничего не успевают, то, соответственно, какое состояние внутреннее? Неудовольствие, неудовлетворенности, да, то есть, может быть, какие-то негативные эмоции начинают уже посещать, раздражение и все такое. Поэтому, в принципе, да, то есть, если даже вот кто-то планирует загадывать желания там на Новый год, да, то самое важное – это в первую очередь сделать уборку. И тут я прямо в буквальном смысле рекомендую сделать уборку дома. Ага. Ви всі, я думаю, прибиратися там в своїх думках, а тут треба особливо вдома, так, прибрати. Вот нас ждет сейчас 4 выходных впереди, например, да? То можно как раз этому уделить внимание. И не оставлять уборку генерально, вот все сделаю там прямо перед Новым годом, а именно сделать это сейчас. Потому что на самом деле дом – это самое близкое пространство к нам, когда, в котором мы находимся. Это не где-то на улице, да, или не на работе. Кстати, можно, в принципе, сделать уборку и на работе, тоже вариант. Это, например, может быть для мужчин, которые не сильно любят делать уборку дома. Почему? Потому что на самом деле наша психика, она проецирует весь наш внутренний мир на все, что нас окружает. То есть, в принципе, если взять там женскую сумочку, да, или там машину у мужчины внутри, что у него находится, или взять наш дом, то... У нас здесь есть это женочья сумочка. Наверное, не машина человека, а женочья сумка. Это тоже такой вопрос, да. Вот именно это все в некоторой степени отображает, что у нас в голове. Поэтому, когда мы начинаем убирать, чистить, соответственно, и в голове начинают происходить некие изменения. Может быть, кто-то замечал, вот, да, когда чисто становится, как-то вот легко, о, легче становится. Это каждый выходный так відбувається. Да. И у нас, например, почему именно вот такая вот уборка, и может быть в некоторой степени генерально, потому что много таких вот, да, уголков, где нужно действительно поразбирать, поскладывать. И вот когда это делается, на самом деле идет и внутреннее очищение. Человек становится более спокойным. Это на самом деле так и происходит. Мені здається, це найбільше лякає, тому що, ну, бачиш там той вугол, ну, постійно його обходиш, тому що думаю, що дуже багато часу на це витратиш. Да. Да, смотрите, если, например, много накопилось, конечно, смотрите, отображение вашего дома и показывает, что накопилось до Нового года. Да, то есть тогда берете какой-то кусочек, то есть небольшую комнату. Например, может быть, это кухня. Так вот, под Новый год некоторые тайны, например, кухни. Кухня есть символ жизни, там, где мы как раз кушаем и получаем энергию и жизнь. То есть нам нужно получить энергию, правильно? И женщина, например, она очень много времени проводит на кухне. Это будет то место, где она проведет свое время перед Новым годом. И если там будет полный хлам, и ей будет все мешать, правда, вот, и, или какие-то напоминать места про то, что да, у меня беспорядок, то есть вот как раз здесь можно навести с этого и начать. Можно не начинать прямо такую генеральную, глобальную, да, если нет на это времени, но хотя бы что-то сделать, и вы сразу же почувствуете облегчение. Это первый шаг, да? Второй. Опять же, суета, суматоха. Я очень рекомендую, прям настоятельно рекомендую человеку выделить время на себя и потратить хотя бы 2-3 часа. Да, то есть, но на себя. Это может быть прогулка. Это может быть, если опять же мужчина на машине, да, то есть, или с семьей выехать за город, или кто-то один, да, хочет себе что-то спланировать, выехать за город, побыть в этой тишине, или покататься на машине, ну, 2-3 часа. Да, то есть это необходимо также, потому что если мы что-то собираемся планировать, ну, наверняка нам нужно как-то что-то освободить, да, вымести, опять же, как и уборку сделать. То есть, и потом уже с чистого листа начинать что-то планировать. Правильно?
На самом деле психологи так и утверждают, что если вы хотите что-то спланировать, нужно состояние такого некого обнуления. То есть когда в голове нет этого мусора, его нужно выкинуть. И расслабиться, состояние привести свой организм в некое такое расслабленное, умиротворенное состояние очень важно. Поэтому 2-3 часа прогулки, где вы не будете ни в гаджетах, и выключите телефон, да, то есть это не значит сидеть где-то в кафе и смотреть в телефоне. Это что-то... А, тобто повністю відключити себе так від зовнішнього світу, да, і да, то есть это, зануритись у себе, так? Да, немножко расслабиться и почиститься, то есть, ну, как бы вынести из головы различные мысли, которые будут вас отвлекать, потому что если вы... Действительно, конечно, можно сделать, если нет совершенно этой возможности, что-то для себя приятное, но в любом случае поход с другом где-то встретиться в кафе или там пойти в кинотеатр, ваша голова будет загружаться опять какой-то информацией. Может быть, она и будет вам приносить удовольствие, но вы будете опять же загружены мыслями, правильно? А наша задача — мысли в сторону, так? И уже после этого вы берете лист бумаги и начинаете, вот тут начинается некий коучинг, планирование. Мені здається, на все-все 10 днів не вистачить прибрати все в квартирі, а потім десь піти відпочити там від усього світу. Це, думаю, дуже довго. Ну, якщо розуміти, це да. Час сучасної людини, що дуже мало. Тому я рекомендую, да? Тобто ми беремо якусь частину і все-таки 2-3 часи виділити. Да? Тобто це знайдіть собі для цього часу, за 10 днів, от зараз як опять буде відпочинок, тобто потрібно виділити на це час. І потім починається вже планування. Тобто якщо ви хочете дійсно все успіти, це не просто такі фраза, да, та ладно, все равно уже ничего не успею, а действительно хотите. И тогда планирование начинается с того, что все, что у вас в голове, все, что вам нужно делать, вы выписываете. Когда человек выписывает, может, кто-то видел такую вот картинку из Фейсбука на приеме у Фрейда, когда над головой кружит много-много всяких там вот как будто мусора, да, такого. И когда человек начинает рисовать, просто выписываться, как этот мусор весь выходит на бумагу, как будто голова становится чистая, обнуляется. Вот, поэтому, естественно, что мы так устроены, что когда мы только находимся в своих мыслях, к сожалению, структура не получается чаще всего. Для этого нужно действительно все выписать. Это такая вот техника, да, когда все становится и структурируется. Когда вы выписываете все свои задания и, конечно, начинаете их структурировать, то есть вы их раскладываете. Какие-то дела, которые, можно их по категориям, например, да, здесь торговый центр, здесь мне нужно сходить в торговый центр, здесь подарки, список тому, тех, кому я должна это купить. Здесь, может быть, какие-то рецепты, да, то, что я хочу. Здесь, с кем я буду проводить Новый год и что там для этого нужно. Нужно узнать, позвонить. Да? И, соответственно, эти дела, когда вы все уже выпишете, может нам потом разделить на вот эти вот части, составляющие. И здесь уже, соответственно, легче уже планировать. Это еще такой классный вариант ничего не забыть. Краще все записать, потому что в голове дуже багато завжди думок, и одна закрывает іншу, и ты потом забываешь, не пам'ятаєш, что тебе треба робити. Тому краще виписати, это у меня теж так я роблю, щоб не забути и пам'ятати добре про те, що мені не потрібно. Действительно, тим более ви можете к этому списку обратиться, правильно, ничего не потеряется, то есть у вас будет всегда все с собой. Но самое интересное, что психологи говорят о том, что и это научные такие факты, да, что на самом деле время у нас хватает, и то, что мы теряем это время, это происходит из-за того, что мы не делаем то, что нам не хочется. То есть накапливаются именно те дела, которые нам не хочется делать. От як із цим боротися, тому що ну от є ж психологічні аспекти, які заважають нам, так і я думаю, ті, хто постійно кажуть, що у нас не вистачає часу, ми просто значить, не хочемо робити. Значить, накопилось дуже багато діл, які не хочеться робити. І іменно це і є пожиратели нашого времени. Тому що є такий ефект Зейгарніка, тобто, коли у нас якесь діло не закінчене, то воно іменно нас більше всього і беспокоїть. От, наприклад, там контрольне на уроки, і ребенок запомнить іменно ту задачу, яку він не сделал, а не те, которые он сделал. Он будет ее очень хорошо помнить. Но так это и есть такой знаменитый эффект. Поэтому они в психологии есть как бы как незавершенные некоторые дела. И они действительно вызывают очень много беспокойства, которое мы даже не замечаем. И вот именно вот эти дела и являются, как говорится, пожирателями времени. Да? Поэтому есть какие-то неприятные. И в этом списочке скорее всего будет может быть какие-то моменты, которые не хочется делать. Коучинги называют вот
я так читала когда-то статьи, они называют эти вещи, как съесть лягушку на утро, на завтрак. То есть это с утра, то есть когда вы их запланируете, подумать, как вам можно все-таки вот одну маленькую лягушку, вот это маленькое какое-то неприятное дело, но все-таки сделать. Угу. В общем, лягушка на завтрак, до Нового года. Звучит классно, честно. По крайней мере, запоминается, угу. Правильно? Что-то неприятное, но его переварить и сделать это, оставить угу. это. Вот. И, соответственно, конечно, еще в планировании времени нужно понимать, что нужно начинать с чего-то маленького. То есть, если вы действительно много дел, то распределить их так, чтобы они были по кусочкам. Это какая-то часть маленькая сегодня, какая-то 10 дней все-таки, да? Uh-huh. То есть, вы подготовились к этому, вы видите, сколько да, дел. То есть, и вы понемножечку. Это, кстати, называется эффект швейцарского сыра. Когда... Класні такі ефекти, там з'їж жабу, тут швейцарський сир, давайте розкажемо, що це за ефект? Ну, то есть, это вот, да, мы делаем, мы как бы большую какую-то нашу задачу, нам надо подготовиться к Новому uh-huh. году, да, мы не делаем все сразу, мы не съедаем весь ломоть сразу, да, то есть мы вырезаем кусочки сначала, дырочки вот эти вот делаем, uh-huh. да, то есть и это как бы нас и продвигает вперед, благодаря тому, что мы по-маленькому, потихонечку двигаемся туда, куда нам нужно. Uh-huh. Вот такие вот интересные рекомендации. Так, друзі, дослухайтесь до того, що залишається 10 днів. Я думаю, можна вже сьогодні виписати всі свої думки, готуйте декілька листків паперу, виписувати. І давайте починати все вирішувати, тому що часу дійсно залишається не так вже і багато, і не дуже мало. Я думаю, можна встигнути, розпланувати. Я так розумію, сьогодні після ефіру я теж буду виписувати всі свої думки. Дякую вам за поради. Я думаю, вони дуже доречні для наших глядачів. Нагадую, Анна Демір-Палат, психолог, сьогодні була у нас в гостях, розказала, як правильно розпланувати і викладати все, що вас хвилює за оці 10 днів до Нового року. Тому давайте починайте вже сьогодні, тоді ви точно все встигнете. Дякую вам.